я ж тебя в бане запру! Будешь сидеть, пока войско не уйдет! Семен Ремезов в исполнении Дмитрия Назарова получился очень харизматичным. В фильме «Тобол» народный артист сыграл главную роль картографа и архитектора Сибири. Актер, которому предлагали роль Ремезова, отказался, сказал: я уже много сыграл старых ворчливых стариков, мне неинтересно. А у меня был выбор, Ремезов или Гагарин. Гагарин плохо кончил, поэтому меня прельстил Ремезов. Я не считаю, что он ворчливый старик, он талантище. Вот так собирать рассказы сотен путешественников, сводить их воедино и на основании этих рассказов рисовать карту, ну, помимо того, что это титанический труд, огромное количество фантазии, но такой подкрепленный фактами фантазии. Если не ошибаюсь, очень досадно, что главный труд Ремезова находится не в России. Было бы недурно выкупить его, не яйцами Фаберже заниматься, а вот выкупить это вот подлинник карты с описанием Сибири, по-моему, из Голландии. Потом поживите в Тобольске, как там разговаривать? Так это нормально, все быстро и как-то необычно разговаривать. Я нашел, но все это не понадобилось. Это все осталось у меня в глазах, потому что... наверху было решено, что, наверное, будет мало понятно, что говорят люди, когда они говорят с таким говором. Борода немножко от холода спасала. В жару она мешала. От комаров спасала. Мы думали о хорошем, думали о многом. Мы старались. Мы трудились не ради славы и денег. Это совсем другая история. Она трогала, ну, с кем я общался, она трогала всех искренне, потому что это то, чего на нашем кинематографическом поле безумно не хватает.